Шикарные растения с молодыми ростиками. Я говорю, мне кажется, я видео снимаю больше для себя, потому как я буду потом сидеть переглядывать, я уже буду понимать, какие растения приходят от этого поставщика, чтобы сделать для себя заказ в следующем заказе. Так, под 16 номером у нас с вами отличное растение. Хорошие кустики, чехол у нас здесь есть, смотрите. Шикарные растюшки. Котлейка. Рост. Класс. Здесь у нас шилошиста. Интересное растение, которое имеет много корешков. Здесь даже два растения. Смотрите, одно и второе. Интересное растение очень. Очень интересное, красивое. Такое необычное. Необычное растение. Одни корни. Это у нас хизис. Беленький такой. Угу. Красавчик. Красавчик, красавчик. Листики немножко примялись, но это не проблема. Листики выравниваются. Такая вот растюха. Супер. Мне нравится, как растения посажены. Так, это у нас целогина. Замечательное растение. Кора просыпается немножечко. Отлично. Листики точно так же выравниваются. То есть тут ничего такого страшного нет. Отличная растюха. Суперово. Это целогина шиллериана. Мини-растение. Мы писали, указывали, что это мини. Чтобы потом не было возмущения, что мне такое маленькое прислали. Ага, здесь просто бульбочки без листиков, так что сейчас весна, и нужно ждать молодых ростов. Вот так выглядит шиллериана. Ой, шиллериана. Целогина шиллериана. Да. Открываем еще одну растушку. Да, здесь точно так же. Нужно ждать молодых ростиков. Вот тут уже виднеется молодой ростик. Сейчас весна, весна свое дело, ребят, делает. Сейчас все растения начинают расти, цвести. Целогина вискоза. Мы их заказывали от Мики. Сейчас посмотрим, какие приходят растения от этого поставщика. Ух! Опять-таки кора высыпается. Угу. Тоже хорошие растюшки. Хорошенькие такие, миленькие растюхи. Так, и сразу открою вам следующее растение. Это у нас дендробиум. Ух, какой! Эй!
переломанный. Переломанный вот этот вот большой залом есть. Нужно будет придерживать. Так, а здесь что-то было, какая-то деточка. И, по-моему, она дальше не развилась. Ну, в целом, отличная. Отличная растюха такой вот, ну прям хороший кустик. Не просто вот там одна бульбочка и все. Такой хорошенький, хороший. Дендробиум. Тоже накрошила, насыпала всего с растений. Так, что здесь зацепляет у нас. Дендробиум. Ага, здесь колючки вот эти. С молодыми ростами. Отличное растение. Действительно шикарные кусты, ребят. Ну вот, не знаю, кто-то будет смотреть видео и скажет, что я там приговариваю, но мне просто действительно очень нравятся эти растения. Очень классные. Мы получаем растения от разных поставщиков. И растения приезжают разные. Эти шикарные. Катлея Скиннери. По-моему, я для себя заказывала. Она у нас одна в заказе. Сейчас мы посмотрим, что мне поставщик прислал. Ух! Круто! Сколько корней. Листик залом имеет. Один, второй. Но в целом растюха отличная. Мне нравятся их корни. Я впервые вижу поставщика, который вот таким вот образом присылает катлеи с такими корнями. Ну, как вандовые прям. Дендробиумы, масики, крохотулечки. Маленький-маленький горшочек. Ух ты! Смотрите, какая растюшка классная. Интересная растюшка. Так, один. И открываем еще один. У нас их несколько штучек есть. Но я все вам не буду показывать. Ну, отличная. Это вот как раз таки для тех, у кого мало места на окошке. Ну, вот такая вот. Посмотрите, какая кроха. На ладошке. Супер. Так, дендробиумы, фармари, так, это кора, я уже была подумала, живность какая-то, вау, 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 красотень, красотень. Я поняла теперь, где я буду заказывать растения. Так, и следующий дендрик. Ага, это такое светлое. Очень интересные сами вот эти бульбы. Очень красивое у этого дендрика, очень красивое цветение. Одна бульбочка потемнела, но в целом круто. Шикарная растюха. Тут еще есть прямо на растение молодые ростики, детки растут, разрастаются. Супер! Дендрики пошли у нас один за другим. Хорошие, хорошие растушки. Еще один дендробиум у нас
на блоке. Ой, какой красавчик. Просто на деревяшке. Отличные растюхи такие. Дендробиум Линдлей. Растюха тоже Линдлей. Только чуть-чуть побольше кустик. Растения очень сухие. Нужно быстренько отправлять и отпаивать. Так, и еще одну сразу вам покажу. С молодым ростиком. Это уже посажено в кокосовые чипсы. Высыпается, прям высыпается кора из горшочка. Вот такой дендрик. Так, следующий. Очень классные вот эти дендробиумы. Они выдерживают прямые солнечные лучи. У них такие с ворсом, с стеблями. Очень интересно. Ух ты, ребят, смотрите, какая растюха. Молодой ростик, они вот как пушистые такие. Интересные, интересные растения. Еще один молодой рост. Супер. И есть еще одно такое же самое растение. Тоже с молоденьким ростом. У нас их много достаточно в заказе. Супер. Стонгопея. Ох! Отличный тоже кустик. Столько много бульбочек, но они все такие сухие. Тоже нужно полить. Смотрите, что куда растет вниз. Тут еще вот листик виднеется. Молодые ростики. Вот если видно. Супер. И фаленопсис шиллериана. Я так понимаю, тоже на блоке, скорее всего, на деревяшке. Нет, посажено в горшочек в амхе. Бумажкой все, газеткой приложено. Корешок такой отличный. Смотрите, какой корень. Отличная растюха. Отличная пришла растюха. Корешки есть. Листики пятнистые. Супер. Я так понимаю, у них все растения подвесные. Все практически с крючками. А на котле, на горшочках некоторых тоже есть такие крючки. Название растения. Листики немножечко здесь такие подуставшие от дорожки. Надо будет их удалить.
Ну, остальные листики, оно все выровняется, все отлично. Корни есть у растения. Смотрите, как интересно появляются корешки, где. Пара фаленопсис. Длинное такое большое растение. Нужно будет какую-то длинную коробочку придумать. Ух ты! Да. Вот это растень, так растень. На такой сеточке, сеточка металлическая. Интересно. Достать растение из этой сеточки, мне кажется, будет проблематично. Потому как корешки там уже вросли. Так, это башмачок у нас, я пишу. Ой, какой шикарный куст. Сколько ростов. Отлично. Отличное растение. Так, и это Маунти Грин. Тоже пафик. Так, это сюда. Ух ты, что-то там ссыпается. Какой красивый. Листик немножко один подсох. Такая прям мраморная расцветка. Так, растение уже ранее цвевшее. И эта розеточка, я так понимаю, цвевшая. И здесь у нас есть две молодые розетки. Отлично. Конколор. Рассыпается у нас тут что-то. Ой, как классно. Но мне нравится, ребят, то, что здесь, ну, нету ни одного растения, что просто была одна розеточка, вот как очень часто от Мики приходит. Листик один пожелтевший. Просто снять его. Смотрите, один молодой ростик, второй и уже цвевшая розетка. Ну, замечательное растение. Действительно замечательное растение. Если сравнить у Мики за такие же деньги приходит одна розеточка, и бывает такое, что отцвевшая, нужно ждать, пока молодой рост у нас появится, то здесь отличное растение на три розетки. Супер! И еще одно такое же хочу открыть, просто для сравнения и для понимания, даже для себя посмотреть, какие они приходят, или они совсем разные, или плюс-минус одинаковые. Тоже отличное растение. Смотрите, корешки прям здесь видно сверху. Цвевшая розеточка и молодая. Здесь две розетки. Ну, 2-3 розеточки вот растения приходят. Отлично. Красивые листики такие. Целогина пондурата. Высыпается кора, причем высыпается через дырочки. Видите, какие большие дырочки в горшке. Отличная растюха. Круто. Сучок коры попал. Молодой рост. Супер. Ребят, за те деньги, сколько стоит это растение, оно просто шикарное. Ну и масики. Масики сейчас мы с вами посмотрим. Какие они у нас пришли. Угу, такие видно, что взрослые растения. Некоторые листики нужно будет удалить. Некоторые сами уже отпадают. Но растение отличное. Видно, что растению несколько лет. Растет просто на пенопласте. Так, и вторую покажу вам, такую же самую. У нас достаточно много пришло. Мне покажу буквально два растения. Так, а здесь немножко больше таких вот сухих листиков. Некоторые отпадают сами.
Ну, тоже видно, что взрослое растение. Супер. Видео уже у нас затянулось, ребят. Так, некоторые у нас листики отпали. А здесь несколько как бы розеточек, и вот есть еще молоденькие. Есть еще молодые. Угу. Такая интересная растюха. Так, здесь у нас еще пару растений. Я их уже отсюда не доставала. В коробочках они. В коробочке, вернее, все. Как пришли, тут пока что и оставили их. Еще покажу вам напоследок растюху, которую многие хотели заказать в Эквадоре, но у нас с Эквадором не очень что-то складывается. Так, такая вот растень, состоит из нескольких, вы видите, раз, два, три, четыре, супер, супер, супер. Вот такая вот растенька на блоке, на деревяшке. В Эквадоре это все приходит мох и замотано в клееночку. Ну что, ребят, вы еще не устали просматривать? Я думаю, стоит уже заканчивать, хотя есть еще несколько растений. Уже снимем другое видео.